Дорогие друзья, 1-2 июня у нас проходит онлайн-курс новый, приглашаю. Называется так: «Как снизить стрессовость и сохранять в себе уверенность в критических ситуациях». Это очень важно при решении любых проблем, и межличностных, и решении каких-то задач. И когда вы готовитесь, например, вот я рисую, должен быть таким уверенным, что у меня все получится, и у вас все получится во всех областях. Главное – это снизить стрессовость и сохранять уверенность в себе в критических ситуациях. Вот это самое главное.